Я желаю тебе бесконечного лета, негасимого света и, конечно, любви. Я желаю тебе грусти не предаваться, чтобы чаще встречаться мы с тобою могли. Всем привет! Как прекрасные орхидеи, словно сказочные феи, будь то бабочки-цветочки, для меня вы всех милее. Я смотрю на них влюбленно и любуюсь восхищенно, чувствую тот взгляд счастливый, красотою окруженный. Я улыбкой отвечаю, сладко сердце замирает, как дарил мне их любимый, очень часто вспоминаю. У нас в квартире замечательное лето, потому что расцвели мои прекрасные цветочки, орхидеи. Посмотрите, как они красиво у нас цветут. Какая красота на моем окошке. Это так прекрасно каждый день просыпаться и видеть перед глазами такую красоту. Сегодня у нас тема. Можно или нельзя покупать орхидеи зимой? Когда лучше покупать орхидеи? Ведь хочется купить цветочек и радоваться им. Прежде всего нужно смотреть погодные условия. Какая температура на градуснике? Если температура минусовая, я вам не советую покупать орхидеи в минусовую температуру, так как орхидея может при том, когда вы ее понесете домой, она может подморозиться, и потом будут с ней, конечно, проблемы. Но если на градуснике плюсовая температура, можно смело покупать орхидеи, потому что зимой тоже бывает такая расцветка, которую бы вы хотели. Редкие какие-то сорта, возможно, когда вы собираете коллекцию свою. Поэтому, конечно, я, если нахожу красивую мне расцветочку, я покупаю эту орхидейку, не боясь, если на градуснике нормальная плюсовая температура. Я вам советую тоже покупать цветочки в любое время. Во время сквозняков, если очень большой сквозняк, ветра, тоже не следует покупать орхидею, так как при сильном ветре тоже может обломаться цветочек, вот, повредиться. Поэтому я во время сильных сквозняков, ветров не советую покупать тоже эти цветы. А в остальное время, когда нормальная, солнечная, хорошая погода, плюсовая температура, конечно, можно смело покупать орхидею, не боясь. Итак, орхидею можно покупать круглый год, зимой, весной, летом и осенью, за исключением плохих погодных условий. Когда вы покупаете орхидею, обязательно обращайте внимание на количество корней. Корней должно быть много. Много листиков, чтобы листва была здоровая, чтобы растение сияло здоровьем. Обязательно обращайте на эти нюансы внимание. И после того, как пройдет время, как орхидейка у вас адаптируется, потом нужно будет орхидейку обязательно пересадить побольше горшочек. На моем канале есть очень много разных видео про орхидеи. Как пересаживать, как ухаживать за этими прекрасными цветами. Вот, обязательно смотрите наши ролики, подписывайтесь на наш канал. Мы будем очень-очень рады, ведь орхидеи мы очень-очень любим. И мы вам очень много про них хорошего посоветуем. На этом все, всем пока! Я желаю тебе бесконечного лета, негасимого света и, конечно, любви. Я желаю тебе грусти не предаваться, чтобы чаще встречаться мы с тобою могли. Город молчит, и мы с тобою в ночи под мерцанием далекой звезды. Солнце взойдет, и новый день к нам придет, чтобы исполнить все наши мечты. Листва и простые слова.